Всех приветствую на канале, друзья. Вот сотворил такую штучку. Сотворил просто. Из фанеры, 18 мм. Как несложно догадаться, это дело под дрель. Вставка вот такая. Вот так вот сюда дрель заводится. И вот так вот втыкается вот это отверстие. Вот этой вот держалки, площадки. А это подставочка такая. Вы спросите, зачем это нужно? Сразу говорю, для длинных сверел это достаточно полезная вещь. Когда приходится сверлить длинным сверлом, у вас получается такой типа стойки для дрели, направляшка такая. То есть вы можете длинной дрелью достаточно ровно и уверенно, без отклонений, засверлиться на глубину. Из вот этой штуки сверло наверняка уведет. Я как бы писал статью на Дземе про это. Ну вот сейчас видео вам показываю. Кому-нибудь пригодится, наверное, не знаю. То есть это на скорую руку сделано из остатков. Все элементарно и просто. Вот смотрите, вот здесь отверстие такое под вот эту шейку. Вот здесь под обхват вот этот. Здесь площадка под заднюю сторону. То есть платформа и две вот эти вот стенки. Закрепил на саморезы. Вот. Здесь видите, да? Ну, засверлился, и здесь шканты еще применил, там шканты, и наклей ПВА еще проклеил, чтобы оно попрочнее было. Вот так вот, без особых затрат. Вот так вот все, это элементарно встает, оно плотно здесь. Когда сверлишь, оно обратно-то не выскакивает, но сверлить-то вот так вот надо, вот, таким образом. Можно здесь какую-то рукоятку придумать, вот так. Можно вот так вот отклонить, и она держится. Зафиксировать. Можно какую-нибудь, конечно, панель здесь придумать. Давайте посмотрим, как это дело работает. Друзья, ну вот обычно применяют вот такое длинное сверло для шпиля, чтобы сверлом просверлиться под шпильку, да, держать, допустим, какую-нибудь полочку, столешницу. Без этой штуки уводит сверло, а вот с этой, конечно же, проще. Давайте посмотрим. Конечно же, так надежнее с подставкой, да, ровнее, надежнее, увереннее. На весу рука бы взяла бы, шло бы. Кому-нибудь такое пригодится. Мне, допустим, оно иногда надо. Кроме сверления, можно устанавливать всякие заточные приспособления здесь, шлифовальные. Включил дрель и обшлифовываешь, допустим. У меня сейчас под рукой нету, я в следующий раз, может быть, покажу, как это работает. Ну, шлифовка, обычное шлифование, заточной станок получается на базе дрели. Вот с такой штучкой. То есть станок отдельно покупать не надо. Вот есть вот такой. Здесь регулировка есть в дрелях почти во всех. Поэтому станок получится, если камень поставить, достаточно нормальный такой обычный станок. Покупать не надо. Достаточно дрели вот такой с отдельной подставки. Плюс вот здесь площадку можно поскопнее делать. Допустим, что-то лежит вот так вот на площадке. Что-то делать. Можно, мостик можно приделать какой-то. Ножи точить. Ну и вот так вот засверливаться. Покажу, покажу сейчас. Вот, прицеливаться. На весу, конечно, можно, но это удобно получается.
кого фантазии хватит, может быть, здесь какие-то рельсы можно сделать, можно колесики приделать, как хотите, как удобно. Можно вот так вот подвесной сделать. Вот, сейчас покажу. Вот так подвесной. Вот. На штангу. Вот так вот сверху вниз сверлится. Ну, то есть, вот эту площадку еще доработать можно еще много раз. Ну, удобная приблуда такая. Без остатков. Деревяшек, из обрезей всякого. Вот такая. Еще раз посмотрите. Вот так вот. Просто вкладывается. Обычным образом вкладывается. Все. Я хотел здесь зажимной механизм какой-то сделать. Он не понадобился. Вот. Достаточно раз и все. Уровень, ну, можно вот так вот выравнивать саму площадку и регулировать уровень сверла пузырьковым уровнем, вот так вот измерять. Короче, много разных вариантов. Если понравилось, поставьте лайк, напишите комментарии, как можно еще доработать. Оставайтесь со мной, всем пока.